Беларуси 1 сентября за парты сядут около 1 миллиона 85 тысяч учащихся, из них 115 тысяч первоклашки. Подготовка к новому учебному году идет планомерно. По всей стране работают школьные базары. Там можно купить все необходимое, от канцелярских принадлежностей до одежды и рюкзаков. В стране проходит акция «Шаг к успеху». На протяжении августа в детские лагеря будут приглашать деятелей культуры, спорта, звезд отечественной эстрады. Идея принадлежит общественным организациям. По их мнению, это поможет ребятам легче достигать поставленных целей. Около 71% жилых домов к 2025-му будут доступны для инвалидов. Создаются условия, чтобы вход в многоэтажки и квартиры был свободным. Установят больше пандусов, низких бордюров и тактильной плитки. Сейчас процент таких объектов инфраструктуры по всей стране близится к 20. Среди жилищного фонда чуть больше 65. В конце августа, начале сентября ожидается подъем заболеваемости COVID-19. Медики рекомендуют пройти первичную вакцинацию. Также не стоит забывать о повторной прививке. В Бобруйске предлагают однокомпонентный препарат «Спутник Лайт». Доказанная эффективность 80%. В городе уже сделали бустерную прививку свыше 38 тысяч человек. Ночью на Заводской спасли квартиру от пожара. Сообщение поступило от очевидца. В многоэтажке горел балкон. Хозяева находились на улице. Огнеборцы оперативно ликвидировали пламя. Повреждено имущество, закопчены стены. Предполагаемая причина ЧП – неосторожное обращение с огнем.